Потасовка в микрорайоне Парковой. Двое сотрудников супермаркета захватили парня. Разборки сняли на видео. Подробности в материале. Вот такую картину видели жители микрорайона Парковой на Краснопольском проспекте. Двое сотрудников магазина удерживают парня. Тот отчаянно сопротивляется и зовет на помощь. Помогите, пожалуйста! Сначала думали, его бьют, но потом выяснилось, парня задержали до приезда полиции. До этого, по словам работников супермаркета, он вместе с товарищем пытался совершить кражу. А когда его попытались остановить, стал сопротивляться. А вот его друг якобы сумел убежать. Лично он 10 аксов вынес, его друг больше раза в два. Сумма устанавливается, но заявление уже подано. Действительно, заявление уже написано, а вот задержанный на фотографии в магазине с наручниками. В отделе полиции Курчатовске зарегистрировано сообщение по факту кражи товаров из продуктового магазина по Краснопольскому проспекту. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством. Если уголовное дело все же возбудят, то парню может грозить серьезный срок заключения.